Всем привет, меня зовут Дмитрий, канал «Усадьба мечты», а это Диана, канал «Гавриловка с любовью». Вот, приехали сегодня к нам в гости. Да, нам здесь очень понравилось, места шикарные, нас очень гостеприимно и прекрасно встретила Дмитрий и его супруга. Ай, наговорились мы вдосыть о своих деревенских мечтах, о стремлениях. Нам здесь понравилось, пока мы ехали, смотрели окружающий мир. Здесь очень красиво, везде леса у вас здесь, прям везде. Да, тут по поводу этого там супер. Воздух чистый, да, дороги не грязные. Да. Хотя все тает сейчас. Вот маленький, садись. В общем, очень красиво здесь. И мы почти в одно время, да, переехали в деревню? Ну да, мы в октябре переехали, где-то числа 8-го, а вы когда? И мы тоже в октябре, 12-го. 12-го, ну, принципе, муж тоже где-то 8-го. То же самое. Это я переехал 8-го, а семью подтянул попозже. Да. Вот, поэтому мы в начале таком пути, и как раз-таки тоже каналы наши основывались на переезде, поэтому мы решили навестить, когда узнали, что Дмитрий живет совсем близко к нам, это всего 50 километров мы ехали. Ну да, вы быстро приехали. Да, там прям полчаса, и мы здесь, поэтому я надеюсь, то, что мы будем дружить. Маленький. Когда Дмитрий дорастет до миллиона, я надеюсь, он нас не забудет. Точно не забуду. Вот, потому что, ну, смотришь, часто люди все равно меняются. Меняются. Все будет нормально, главное, чтобы миллион был. Да, так что желаем вам всего хорошего. Ну, а мы будем собираться. Погостили, надоели уже Дмитрий и Светлане. Да, поэтому мы уже будем собираться. Всем пока. Всем пока. Смотрите мультик. Thank you.